Здравствуйте, я Владимир Якуба. Я еду сейчас по трассе из одного города, где я проводил открытое мероприятие, в другой. И отвечаю на те вопросы моих подписчиков, которые будут интересны вам. Каким образом начинать собеседование с кандидатом? Что ему нужно говорить в первые минуты диалога? С этого я хотел бы начать сейчас. Есть три варианта для начала беседы. И все три я хотел бы вам рассказать. Вариант первый. Кандидат приходит, когда вам не нужно ничего продавать, когда вы продавать кандидату компанию, когда вы только хотите правильно начать интервью. Первый вариант. Кандидат приходит, и вы ему говорите первую фразу. Ну, там, естественно, как добрались, как настроение. Кстати, есть те кандидаты, которые сразу же рассказывают, что добрался плохо, настроение не очень, пробки у вас, вас найти очень тяжело, я вот зашел в другой подъезд, еще что-то. Ну что ж, делайте выводы по таким кандидатам, однако не делайте слишком быстрые. Возможно, что психологическое состояние не позволило кандидату сказать, как бы вы хотели, социально желаемо, и он выпалил все, что ему хотелось сказать в данный момент. А варианты следующие. О первом я расскажу сейчас, а о последующих двух в последующем видео. Классическое начало собеседования я рекомендую начинать с такой фразы. Например, Леонид, добрый день, еще раз, меня зовут Владимир Якуба, я директор компании Tom Hunt, и предлагаю построить... Слышали о нас, кстати? Он говорит «да». После этого предлагаю построить нашу беседу следующим образом. Изначально вы расскажете о себе, а потом в формате диалога мы более подробно поговорим о текущей позиции. Таким образом, как вы видите, из двух частей состоит диалог. Первое. Сначала вы представляетесь еще раз, говорите, Леонид, благодарю вас за то, что вы выбрали время для того, чтобы найти нас. Меня зовут Владимир Якуба. Заметьте, вы говорите и имя, и фамилию. Я настаиваю на этом. И имя, и фамилию. Даже если вы директор или вы маленькая сошка, имя и фамилия. Таким образом, вы в глазах кандидата повышаете свой личный статус. А ведь любому человеку приятно общаться с человеком, который из себя что-то представляет. Поэтому меня зовут Владимир Якуба, я директор компании Tom Hunt. Назовите свою должность, или же я специалист по подбору персонала компании Tom Hunt. Назовите специалист, как есть. Слышали о нас? Это вопрос на информированность кандидата и на то, чтобы он не уходил в свои мысли. По той причине, что если вы в самом начале будете вести какой-то длительный, монотонный диалог, вы попадаетесь в ловушку, ту, что кандидаты обычно, да и вы, честно говоря, если я вас, уважаемые зрители, не подергиваю, больше 7-8 секунд внимательно не слушают. После этого, как они поняли начало беседы, они уходят в мысли куда-то дальше. Поэтому вам важно передернуть кандидата. Слышали о нас? Он отвечает ему, слышал, не слышал. Не нужно углубляться, но если слышал, тогда что? Он что-то скажет. Хорошо, отлично. И дальше ваша фраза. Я предлагаю построить нашу беседу следующим образом. Изначально вы расскажете о себе, а потом в формате диалога мы более подробно поговорим о текущей вакансии. Вот таким образом лучше выстраивать диалог. Тогда и благодаря этим двум частям, после этого кандидат говорит «хорошо», и вы говорите «рассказывайте». И дальше уже поехали. Какие вопросы дальше могут задавать кандидаты и как по-другому строить интервью, расскажу вам в последующих видео. А если это видео было вам полезно, то жмите лайк и подписывайтесь на мой канал YouTube. Да, кстати, заходите на мой сайт www.vladimiryakuba.ru. До встречи!